Здорово всем, народ, с вами Рэпер Трейдер. Ночная торговля, ловим скальпинг на Бинома. $20 поставили. Итак, смотрите, что у нас здесь происходит. А у нас здесь флэт. Флэтовое движение. Идет коридор. Смотрите, как я ровно линию нарисовал. Сейчас будем ловить идеальный скальпинг. Как же я люблю ночью торговать. В принципе, единственное время, когда я смогу торговать. И $20 заходят, конечно же. $20 зашли. Смотрите, сколько держался коридор. Видите, да? Это все время держался коридор. Сейчас еще словим на отскоке. Я даже не буду стирать эти линии. Еще выше. Нет, буду ждать. На часах у нас 3.34. Волатильность рынка очень маленькая. Рынок выбрал себе флэт и строго идет по флэту. Нужно было заходить. Думаю, так вот поставлю пару ставочек и хватит на сегодня. Короткое будет видео. Когда у нас вот такая вот ситуация, да, график просто по центру, между нашим коридором, мы просто ждем. Ждем, когда он подымется или опустится, и тогда уже будем ставить. Главное здесь никуда не спешить. Давайте сейчас, может быть, у нас точка для входа. Давайте 10 поставим пока. Еще здесь 10. Еще десяточку не успел. А, не успел десяточку. Нормально. Отлично все идет. Давай, родной. Все шикарно. Ну что, еще ловим или не ловим? Как же люблю эту ночную торговлю. Строго идет по флету, видите, просто отбивается. Вот график ведет себя просто идеально. Ну, что здесь тяжелого, я уже говорил, то, что главное вот вовремя попасть в вот этот вот флэт, вовремя его найти и вовремя успеть подняться на нем, потому что может быть такое вот вы зашли, а флэт уже закончился и начался какой-нибудь там уже тренд или мини-тренд. Сколько мы уже подняли? Мы две ставочки по 30, блин, мы подняли больше 40 баксов, народ, да хватит на ночь. Я думаю, надо закругляться. Если я сейчас продолжу, что-то пойдет, как всегда, не так. Вот уже какое-то пробитие. Давайте так, знаете, я поставлю 5 баксов. Одной ставочкой на понижение. И увидим. Есть, отлично все. Не хочу я вот попасть вот именно в тот коридор, когда уже закончился тренд. А, все шикарно. Можно было и больше ставить. Все, это последняя ставочка, я буду закругляться.
Больше 40 баксов нарулили за ночь, чисто по скальпингу. Вот вам стратегия скальпинг. Нашли себе хороший коридор, вовремя зашли, заработали и вовремя ушли отсюда. Три, два, один, давай, давай, все сделочки в плюс на сегодня у нас. Отлично. Смотрите, какое число у нас. Все единицы. С вами был Рэпер Трейдер. Поторговали по ночному скальпингу. Такой вот короткий видос. Всем пока.